Луна еще предательски светит. Посмотрите, вот там в облаках такой прорез небольшой. Прям в него луна светит. Прям на меня. Ну ладно, может быть, облака еще немножко сменит свой курс. И закроет луну, потому что это слишком что-то жестко. Мне нужен абсолютный мрак. Куда вы, придурки, а? Куда же вы ползете? Куда же вы, гады, ползете, когда я вам приказываю ползти за мной? Дебилы, вы видите, где я? Что за оргию вы там устроили? Ромбовидная оргия. Я уже слышу, как фрицы орут. Приказывают туда-сюда. Приказывают возвращаться патрулю. В первоначальную точку. Я еще куда-то уперся. Давайте сохранимся. По крайней мере, это успех какой-то. Хоть какой-никакой, но прогресс. Все! Пригнуться! Давайте быстрее, 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 быстрее. Куда? Что за балет «Лебединое передозеро»? Их полным ветром снесло, как только они стали. Их реально снесло ветром. Все! Стой! Готов открыть огонь! Держи цель! Готов открыть огонь! Боец! Какой-то дебилизм. Все! Стой! Блин, зараза тупая, а? Все! Пристрелить их нахрен. Но вы тупые. Ух, как меня унесло-то. Рэгдол дофига. Рэгдол. Теперь я в дерево впилился. Теперь я чувствую себя молодцом. Все! Стой! Ну, они же уже возвращаются. Кто там? Кто у них такой глазастый? Кто у них там изобрел ПНВ, я не знаю, в 44-м году? Кто? Что за хрень? И отползти-то некуда. Вот просто если тебя застали в этом месте, все. Можешь забить на прохождение, как бы. Никак ты здесь не пройдешь ничего.
Вы не туда, дебила, скачете на своих пузенях. Давай. Тут есть режим тишины. Кто там орёт? Кто там орёт? Кто там такой наглый? Снайпер, сволочь! Застрял, су... Ну как его назвать, а? Вот он сейчас все провалит, скотина тупорылая. Сколько тебя можно терпеть-то, а? Вот все здесь просто идеально все выполнили. Снайпер, 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 снайпер. Психушка, привет. Тара-тара-та. Психушка, привет. Тара-тара-та. У нас снайпер делает минет. Говна кусок безмозглого. Сколько можно застревать в дереве? Все! Держать строй! А что с ним делать? Ну давай уже, ищи путь-то, ё-моё, корыто ты безмозглое, но... Тужится, где-то застрял в чем-то, в пне каком-то, я не знаю. Дегенератус, магикус, тухлятинус. Сюда иди, иди сюда. Ну что ж ты такой тупой-то? Сейчас сдаст всю компашку своими укрутасами. Вот что он застревает каждые 3 метра? Вот какого? Идиот. Я не врач, но диагноз понятен. Давай сюда иди, дебилы, кусок. Сюда иди. Сюда иди. Дебил со снайперкой, ты, да, вот ты иди сюда. Сюда иди. Чё ты там, вырубился, что ли? Тебе сказал вчера не пить больше 3 литров горилки. Дебил. Лежит там, смотрит на меня. Ой, придурок. Теперь с ним еще разбираться. Ну что ж такое-то? Везет прям как никогда. Дергается, дергается, потом опять успокаивается. Кролик, блин, а?
Ну давай, иди сюда, фиглит там опять. Упоролся совсем. Он нас дал. Скотина. Скотина. Ты скотина, просто идиот. Снайперку бы вставить прямо тебе в рот, потом смачно нажать на курок. Баба Зина, открой и протрет потолок. Не по вообще все на месте. Топчется. Ай-я. Не, ну мне дали самую веселую игру в мире. Разрабы этого дерьмища. Отвалите, отвалите от меня. Отвалите, отвалите от меня. Отвалите, отвалите от меня. Отвалите, отвалите нафиг все. Может, просто побежите за мной? Нет. Ну да, правда, сейчас все сдохнете. Так вам и надо. Уже 50-й раз сдохнете. Курдюки вонючие, а? Все! Пригнуться! Не ори. Я готов по тебе открыть огонь, придурка кусок. Как они замечают-то вообще хоть кого-то? Я не понимаю. О, такси. Более тупого вот, ограничивающего механизма не видел. Вот нельзя здесь тупо скрыться. Телепортируется прямо за спину, блин. Огромный черный властелин начинает тебя шпехать. И это в Combat Sim. Реально, лучше бы черного властелина гигантского вот так вот выше деревьев телепортнули бы сюда. С магией тройного фалоса. Я не знаю. Вызывает огромный ледяной фалос, он начинает тебя жахать. И то смотрелось бы прикольнее, чем какие-то невзрачные фрицы, которые телепортируются тебе за спину. Делают вид, что они там и стояли всю миссию, да. Всю миссию стояли. Как так получается, что каждый раз по-разному? Как так получается? Давайте, допустим, я вот так вот по... поползу. Допустим, поползу сюда. В мрак. Просто здесь мрак мракущий. Кусты какие-то. Судя по всему. Идите вы все в жопу.